Если что, я в бильярдной на Брайтоне, она уже открылась. Я тут встретился с Ефимом Яковлевичем. Они меня не пускают внутрь, потому что я с кофе пришел. Вот. Придется его допить и потом заходить внутрь. Но пока что, как говорится, совместить полезное с приятным. Я почитаю стишки. Правда, будет без музыки. Но зато какое место. Вообще место, конечно, когда-то, может, было более-менее. Я уверен, что в Одессе я бы вот это вот говно на Брайтоне променял бы на любую бильярдную в Одессе. Вот честно говорю. Вот любая бильярдная в Одессе, пусть самая забитая, пусть на Свободке или на Мода Ванке, я с удовольствием бы променял на эту бильярдную на Брайтоне. Это так, к слову. Потому что на родине все теплее, все приятнее. Так, на чем я остановился, да? В прошлый раз. У меня, мы, кстати, здесь подходим к брайтоновской теме. Вот. Ну, окей, одесская. Начал за Одессу и за Одессу продолжу. Одесская рутина. Ты папой скоро станешь, Слава. Ты что, беременная, Клава? Тебе в больнице сообщили? Нет, с Ватикана позвонили. Ты что, упал? Скажи, дружок. Да нет, я просто быстро лег. А мама руку поломала. Скажи, кому не услыхала? Куда собрался? Так пройтись. На радостях не утопись. Отправляюсь на привоз размяться. У нас все есть. А поругаться? Все, всех обнимаю. Надеюсь, вам это понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Потому что я уникальный. Одессит. Настоящий. Один из последних из Мадикан. Таких мало осталось. Все, всех люблю. Пока.